5 декабря в детском доме творчества прошло награждение участников конкурса рисунков. Более 70 детей в возрасте от 7 до 16 лет приняли в нем участие. Педагоги школ и детского дома творчества отобрали 13 работ. Все рисунки яркие и интересные, поэтому жюри было сложно определить лучшие. Работа Девины Юлии, занявшей гран-при, отправлена в Смоленск для участия в региональном этапе конкурса, который пройдет с 7 по 15 декабря. Она не была сложной, она была интересной. Вот, поэтому я получила, собственно, знания от этого, удовольствие. Я рисовала традиции России. Я изобразила там Ивана Купалу и Масленицу. На церемонии награждения выступили коллективы детского дома творчества «Веснянка» и «Забава».